Благодаря тому, что дети сейчас находятся на каникулах, медики констатируют снижение количества заболеваний вирусными инфекциями, снижение количества гриппа и стабилизацию относительную по кори. Но для того, чтобы предупредить возможную вспышку в ближайшее время, поскольку организм детей зимой ослаблен, наш департамент здравоохранения рекомендует еще на неделю продлить каникулы. И департамент образования и науки Одесского городского совета обращается ко всем руководителям учебных учреждений с такой же рекомендацией, приказом по школе продлить зимние каникулы и дать возможность еще за следующую неделю пройти необходимые профилактические прививки тем семьям, которые приняли об этом решение. И уже через неделю наши дети выйдут на занятия. Подробную информацию родители смогут получить у руководства тех школ, которые посещают наши дети. Детские сады работают в обычном режиме.